jasně, že za provizi rozebrat situaci. To já kapitán, že co rozdobělej, tak hleda půl na zem. Profesor, jeli jste mi to zavařil, ten váš kuk není blbej, jen trochu pohodlnej, že já se tenkrát aspoň málo nesnažil. Dejte mi moc a do ruky hůl, to vy jste viděli a do práce sobotu a v neděli a velkej dubovej stůl. Hrabal bych prachy, možná mý strachy, já bych vám ještě ukázal, všechno bych povolil na chvíli a hnedle bych to zakázal a čekal, co bude dál. V neděli v televizi, jasně, že za provizi rozebrat situaci. To já chápit rád, že co rozeberem, takhle dám buldozerem. Profesore, vy jste mi to zavařil, ten váš kuk není blbej, jen trochu pohodlnej, že já se tenkrát aspoň málo nesnažil. Nemůžu mi říkat, že lžu, můžou mi říkat, že lžu, když lžu, nebo když se chystám hát, nebo se zrovna dolhal, ale ne, když mluvím pravdu. Hrabal bych prachy,
Вот, собственно, алтарь, о котором была несколько раз речь. Вот центральная штука. Костер перед ней. Вон камни по периметру. Раз, два. Там вот третий, четыре. Всего их шесть. Вот если смотреть сверху, здесь ничего нет. Вот. Если так, то она стоит на бетонном основании, вмурована достаточно так серьезно. Если смотреть за камни, вот, то они тоже стоят очень серьезно. Сейчас, секундочку. Тут вот не видно толком. А, вот. Они тоже мурованы. Причем так, здесь уже гораздо более кустарно. Вот, то есть уже здесь есть вот какие-то щели. Вот чуть такое непонятно вообще. Стоит на самом высоком месте ближайшего окружения. Вот здесь, собственно, камень был раньше. А вот. А, грибы, лягушка. Вот здесь место под палатку. Здесь всегда палатка стоит. Где вот сейчас грибы. Да. Вот. Такая вот фигня непонятная. У нас есть на Минском море. Вот так вот.